Ярмарка «Икра и рыба камчатская» вновь в нашем городе. Любители дальневосточных деликатесов могут посетить выставку-продажу «Мурманская мозаика» на Кольском, 51. Традиционная ярмарка «Икра и рыба камчатская» предлагает мурманчанам и гостям города огромный выбор дальневосточной рыбной продукции. Такие лакомства можно купить только на выставке-продаже «Мурманская мозаика». Жили мы там и ели только ту рыбу, такую вот, и поэтому... За родной рыбкой пришли? Да. Я все это ела на Камчатке и на Сахалине, поэтому я все знаю. Да, каждую выставку приходим, покупаем что-нибудь обязательно. Пробуем рыбку. Покупателей ждет огромный выбор рыбы и деликатесов. Здесь в изобилии представлено чевыча слабосоленое, горячего и холодного копчения. А также в ассортименте есть белорыбица, белуга, кижуч, нерка, палтус, омуль и, конечно, наисвежайшая крупнозернистая красная икра, которая богата витаминами А, С, Д и фолиевой кислотой. Слышал, что идет эта реклама. Вот заехал, купил. Что я купил? Купил икры, полкило. Вот этот купил, балык, филе чевычи. Купила я селедку, скумбрию, потому что здесь очень вкусно. Я в прошлый раз белорыбицу брал и кивач, что ли? Понравилось? Понравилось, да. И икру брал. Икра и рыба камчатская работает на выставке продажи «Мурманская мозаика» для северян с 19 по 23 мая. Она располагается в павильоне «Мурман-Экспо» на проспекте Кольский, 51.